означает сложные узоры в арабском стиле. Арабеска проявляет себя в различных видах и жанрах искусства. Она словно вбирает в себя тонкие градации цвета и цветов в живописи, пластику изгибов человеческого тела в балетном искусстве, текучесть и временную изменчивость музыки, полифоничность ритмов и смыслов литературы. Роберт Шуман первым из романтиков использовал это название для своей фортепианной пьесы «Опус 18». Тем самым он осознал арабесочность как особый способ видения мира и признак романтической поэтики. Следом за немецким романтиком к этой метафоре стали обращаться другие композиторы для обозначения небольшой пьесы изящного характера, как правило, для фортепиано, с богато украшенным мелодическим рисунком и кружевной фактурой. Но не только тонкость узорчатых переплетений характерна для пьес с таким названием, это еще и орнаментальная логика, которая отвечает новому романтическому пониманию природы, искусства и человека как объектов творческого созидания. Шуман назвал арабеской всего одну свою пьесу «Опус 18», и в этом ее уникальность. Однако арабесочность как принцип музыкального развития может помочь в понимании и интерпретации его музыки. Вообще, творчество Роберта Шумана – одно из самых загадочных явлений в искусстве XIX века. Один из наиболее ярких представителей лирического романтизма в Германии, наряду с поэтом Генрихом Гейне и писателем Теодором Гофманом, он создал свой особый неповторимый мир образов, изменчивых и таинственных, балансирующих на грани реальности и сновидения. Шуман и сам понимал необычность форм своего творчества и однажды писал по поводу карнавала другого своего цикла, однако эти слова можно отнести и к арабеске, и к другим его циклам. Если есть в нем кое-что, что может понравиться отдельным людям, то все же музыкальное настроение меняется здесь слишком часто для того, чтобы публика, в целом не расположенная к таким поминутным сменам, могла за ними следовать. Из каких же музыкальных тем складывается этот орнамент, арабеска? Первая музыкальная тема, с которой начинается пьеса, словно робкое высказывание, трепетный, полетный, возвышенный образ, еще не вполне проявленный. За ней следует вторая тема, еще один цветок в нашем букете. Это песня, немного грустная, песня-рассказ. Останавливаемся зачарованные, любуясь букетом цветов и вдыхая его аромат. И еще одна тема в этом букете, причудливо-гротескная, с резкими контрастами, с острым ритмом, тема, близкая шумановской креслериане. И завершается пьеса, опять же, медитацией, погружением в себя, любованием природой. Композитор словно не может оторваться от своих прекрасных образов, от своих мечтаний и оттягивает окончание пьесы.
Букет из небольших замкнутых пьес складывается в циклическую форму. Такова модель музыкальной композиции, в которой Шуман воплощал образы своей безмерно богатой и смелой фантазии. Словно осколки хрустальной вазы, которые невозможно собрать в единое целое, или рассыпанные бусины жемчужного ожерелья, расположенные внутри большого циклического пространства его причудливые музыкальные образы. Кажущееся отсутствие логики, рыхлость формы есть на самом деле свидетельство системы иного порядка. Это иная логика, логика арабески, применив которую мы увидим, как пестрый калейдоскоп образов складывается в сложнейший орнамент.